Саша, можно извиниться просто так. Знаешь, приятно. Если ты не видишь, кому за что, правда? И не понимаешь, возможно, я если знаю. Если просто так понимаю. Извиняться, чтобы было приятно, нет, то... Нет, я-то знаю, за что. Не за что, ты ошибаешься. Хорошо. Мне стул неудобно, когда ты дергаешь. А я его не дергаю. Ты его дергаешь. Можно я сяду, пожалуйста? Я тебе покажу, как надо. The two ones with Bezotica. Смотри, ты идешь сюда. И ты вот так вот ждешь, типа. Все, умираешь дальше, потому что твой тиммейт умирает. А этот стоит АФК. Короче, ну, на самом деле тебе стрим снайпер. Хотя музыка еще играет, да? Да. 100% фокус. Тильт. У кого? У меня. Почему? Не подскажешь? Ну, я догадываюсь, конечно. Но... А зачем ты в мою татуировку граффити стрельнула? Показать. Даша, это тебе и стрельнула в гейм. Она написала, покажи. Справа он. Дуло торчит вот тут. Его сейчас зарежут. Я его просто убили. Испытай свою удачу на csgofast.com. Огромное количество игровых режимов, постоянные розыгрыши и подарки постоянным пользователям. Ай да, чуть не забыл. Вот мой промокодик. $1 это $1. csgofast.com. Хватит уже быть бомжом. Короче, у нас команда в тильте, блять. Дроп оп, дроп AVP. Дроп AVP, мистер, my friend. Let's go, 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 go. Guys, you're so bad. Дроп оп. Guys, you're pussies. You think that they're cheaters? No, they're not. I know what better than you. You just really... You very stupid, you very stupid. Yeah, I know that there are no cheaters and you're just bot. You can use one tap. You have one more kill than me. It doesn't matter how many kills I have. It doesn't matter how many kills. You pussy. You think that they are cheaters. Enjoy the ban. Man, you're so sad. You're so sad to watch. I wish you get a life. Just stop crying and become better. You bottom shitter, you know? Shut the fuck up. Speak English, please. You fucking bitch that don't know how to play this game. You're nothing in this game. You from England, but you don't know how to proper speak English. That's sad. Fucking retard. Осуждаю. Oh, I'm not racist. Бля, я просто его сейчас уничтожу, нахуй, этого, блядь, бомжа ебаного. У меня больше киллов, типа, говорит. Нихуя у него не больше. Блядь, ну кто мне звонит? Вы чё, долбоёбы, блядь, или чё? А, это, блядь, уёбки звонят, точно. Stop crying, British guy. I just want you to stop cry, that's it. No, don't need to activate, don't be a bitch. Because we, otherwise we report you, we ban you. I don't care, it's a new account. Man, you're sad. You're sad, you're very sad. They hit only headshots, this guy's 100% headshot. You think not even a professional can get 100% headshot. Man, I'm professional. I'm one of the best players in the world. You play then? Why, how can't you beat them? If you're one of the best players in the world. Cause I just came on this game, you know? So you're admitting the smurfing on Faceit, which is illegal, yeah? Yes, which is illegal, you're right. Okay, what next you gonna do? You gonna report or you gonna cry? Конечно, второй, поэтому я сказал one of the best. Я же не сказал best, блядь. Он там плачет, поэтому... Поздравляю, Зай. Классно, спасибо за кэш, Саш. Классно. Зай, ну, ты знаешь, если спасибо. Бы... Спасибо. Я не... ну, за карту извини, да. Карта не та. Тебе звонит секс-инструктор, это нормально? Мне звонит сын фермера, иными словами. Сын фермера, перестань мне звонить, пожалуйста. Тебе строго звонит теперь. Ну, возможно, это... Кто еще позвонит? Женский пол есть, интересно? Ну-ка, покажи, пожалуйста. Мне звонят рандомы, которые знают мой номер просто так. Елена Полена, да. Ее я тоже забыл.
блочку. Ангелина С. Да, это мой админ ВК. Не знаю, зачем она мне звонила, я никогда не беру от нее трубку. Ладно, на самом деле такой хуйней не хочу заниматься. Но... Особенно на стриме, это вообще пиздец. Не позорься за. Не волка. Чай, чисто ради контента, я такой хуйней не страдаю. Фу-фу, не дай бог. Страдает каждый день. Когда я засыпаю, берет мой телефон и читает сообщение. Ой. Или когда я просыпаюсь, она такая: ты сказала имя какой-то девушки во сне. Я такой: да нет, я не говорил такого. Она такая: ладно, я пошутила, хотела проверить тебя. Ладно, это все шутки. Такого не было. Что скажешь чатику напоследок? Чатик, ну вы там не расстраивайтесь, да? Вы не увидели свою стримершу в деле. Ну, возможно, я сегодня увижу. Кто его знает. Спасибо, что смотрели. А ты что скажешь? Чатик, пока. Хорошего вам вечера. Хороших выходных. Все хорошо. Я очень тебя люблю, Саш. Спасибо, за. И я тебя очень люблю. Пиздец просто. Очень искренне спасибо. Ладно, хорошо. Я схаваю. Еще раз схаваю за последние полчаса. Сегодня можно. Я схаваю за последние полчаса. Моргни, если тебя пиздят. Прощайся, 10 секунд у тебя есть. Так. Нет, стой, не сейчас. Да попрощайся нормально. Да я не тут. Знаю, что сказать. Ты меня обижаешь. Короче, ребят, ты сейчас... Ты меня обижаешь! За весь чатик Чат, вас ты накажу. Ты меня обижаешь, это надоело. Не вас. Сейчас я... Извиняйся! Сейчас ее накажу. Все нормально, чат. Извиняйся! Поверьте, извиняйся, преступления будут осуждены, преступник будет наказан. Обижает меня, чат! Спасибо большое всем, кто... Обижает, я не могу уже сдерживаться, всё, мне надо выговориться. Дипер, иди сюда. Куси поцелуй, его, поцелуй. Дипер. Всё. Нет, он успокойся. Мой мальчик. Все, ребят, спасибо всем, кто смотрели. Меня и Дипера. Шутка. Нас. Нас. Все, всем пока, всем хорошего вечера. Потренируйтесь там, поделайте свои дела в выходные скоро. Проведите классные выходные. Все. Пока, чат. Да, Арину я очень сильно обижаю. Не забывайте, как она это сказала. Все, всем пока.